Стало время плодиться и размножаться. Иными словами, и проще говоря, пора задуматься над тем, что вы можете сделать для восстановления вашего вида. Не откладывайте дело в долгий ящик, поскольку неизвестно, сколько времени нам удалось выиграть перед тем, как Альянс попытается вернуть себе господство. До свидания, до свидания. Я вас приветствую, дорогие мои. С вами Тамара Капибара, и мы продолжаем проходить Half-Life 2, эпизод 1. Блин, я не ожидала, что включу игру и начнется это «Плодитесь и размножайтесь, дети мои». Алекс, хочешь плодиться и размножаться, или нам еще с тобой рано? Так, а где мы с тобой остановились-то, дорогая? А мы с тобой в куче какой-то. Какого-то дерьмица, дорогая моя. И там один летный аппарат нас хочет убить. Что делать-то? Вот что мне с тобой делать? Арбалет. Ты куда? О, в спинку прилетело. Боже, никого. А где вот это? Там же что-то летело. Доска, доска, доска. Я поняла. Все. Колесико крутится, колесико. Это что-то новое. Колесико крутится, лестница мутится. Точнее, это не лестница, а прям просто переход между этими. Кстати, а где тут этот вот, который нас хотел убить-то? Ой, по-моему, он летит. Не-не-не, дождаться мы его, конечно, не будем. Можно было, конечно, поприветствовать как старого друга, но он нам не друг, поэтому пошел-ка он в жопу. Так, а сюда я могу пройти? Так, я могу пройти, если я вот эту каталку сейчас... Что это такое? Каталка это? Тын-тын. Ну да, Гордон, давай сделаем еще хуже. А почему? Почему тын-тын? Что-то держит дверь, наверное, с той стороны, пацаны. Блин, а кто тут вообще вот этими забаррикадировался? Нафига? О, в загрузку ушли. В смысле, я не хотела в загрузку? Отпустите меня. Отпустите меня с загрузки. Я там еще не по... Эй, больница. Нам нужны лекарства. Ты кому обратилась? Я не больница, я... А чё за загрузки-то какие-то? А чё за бред-то? Почему там... Ладно, неважно. Тын-тын. Нам нужны лекарства. Блин, опять-то летательная фигня. Летательная фигня, ну-ка уйди-ка от меня. Вау, блин! О, пацаны, если у нас не будет гранатомета, мы ненадолго. Так, ну чё, пацаны? За кого воюем? За зомби или за солдат? Привет, привет, привет. До свидания, до свидания. Спасибо, дорогая. Ты тоже отлично стреляешь, девочка моя. Так, чё у меня тут? Патроны. Даже полные? Нифига себе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что мне с этим делать? Только пробегать. Ну чё, Алекс? Побежали, чё? У меня нету гранатомета, чтобы с этой бороться фигней. Побежали нафиг, побежали. Опа, присели. Нет, мужики, лежать. Ты-то что, откуда-то взялся там? Блин, отстань. Ой, блин, до нуля даже, смотрите, пацаны, что сделали. А, у меня 50 хп, потому что. Чего я удивляюсь-то? Я пойду потихонечку, полигончику. Там кейс, это, наверное, опять кейс Джимена. Ребят, видите, мы оставили кейс Джимена, и он может нам пригодиться. Скорее всего, и военный тоже охотится за кейсом Джимена. Ну-ка, ну-ка, сдохни. Так, ну-ка, какая нафиг опасность? Сдохни. Хорошо. Так, мужик лежит. Мужик спит. Мужик спит. Спокойной ночи, бэйби, нам пора. Да ёб твою... Лежи! Назад. Алекс, аккуратно, сейчас тебя заденет еще. Синеглазый черт тут. Черты ли разлеглись тут. Так, может сюда, может туда. Так, тихо. Тут что есть? Тут есть только толчок и все. Так, можно посидеть в ванне. Я грязный, можно отмокнуть. Хорошо, пацаны. Водичку включим сейчас. А воды нет. Представляете, старый черт говорил, что тут город мечты, а воды-то нет. А воды-то нет, все тазиком придется греть. Хотя что тут греть? Тут даже ни горячей, ни холодной воды. Видите, какой он обманщик говорил, что типа тут город мечты? Фу, испугало меня, блин. Светится у нее жопа, и я подумала, что это синеглазый черт какой-то. Так, хп-то мы нашли.
Но, блин, мы не нашли ни ракетницу. Как мы без ракетницы-то будем, пацаны? О! Зачем? Зачем, друган, ты это сделал? Друган, ты оставил мне ракетницу, я поняла. Друган, где ракетница? Так, спасибо, друган, ты умер не зря. Твое дело не будет это забыто, и продолжено будет твое дело. Ой, блин, мне стреляют, мне страшно. Так, пацаны, нос зачесался, это плохо. Смотрите, тут матрасик, может быть, тут уютно останемся. Вдвоем будем лежать тут и никуда не пойдем. Ладно. Че это я ссу? Я столько их переубивала в основной хелфе, то что мне уж плевать. Да ёб твою, ты что делаешь? Ты где? Да ёб твою, еще, блин, я... Что за... Что за... Да, блин, больно! Ты чё? И опять упал в какой-то разлом. Ой, 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 сейчас все разломает. Ой, сейчас все будет плохо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты где? Блин, стой на месте, Гордон. Вот, вот тут хорошо видно. Да хватит меня стрелять! Ты что, блин, так мне подговнил-то? Ты чё мне так подговнил, муравей переросток? Ой! Ну это похоже на муравья летающего, пацаны. Я не знаю, что с собой сделать, но это реально похоже. Так, ну-ка. Ты-ты. Аптека, аптека, аптека. У-у-у, ты что делаешь, дурак? Ты зачем так делаешь-то? Так, пацаны, я чувствую себя получше. Поэтому согрюсь-ка на отдельный слот. О, дурак, реально. Муравей переросток летающий. Ну-ка, иди сюда. Опа! Чё, нравится тебе, сука? А так, поджоп... О-о-о, опять я вниз. Что за жизнь такая? Почему я постоянно падаю и ломаю все ляжки? Да где этот дурак? Блин, все мне тут разломал. Вот все, сука, разломал. Вот все было так хорошо на чердаке, и потом он пришел. Ты где? Да ёб твою. Я тебе сейчас. Я вот сейчас я тебе надаю подсрачников, серьезно. Иди сюда. Ну-ка. Все? Забомбил твой пукан. Ой, блин! Ну, я сам дурак. Ну да, я идиот. Ого, но ничего. Не знаю, что. Да, Гордон, ты просто зверь. Ха, спасибо, дорогая. Ты еще не видела меня в постели. Я там еще тот хомячок. Думаешь, ему конец? Врежь ему на всякий случай монтировкой. Ща. Давай, дорогая. Дын-дын. Все, ему конец, дорогая. Да все, он сдох. Алекс, я его 100 раз потыкал. Так, у меня нет ХП. Это о проблемах насущных. Черт, только не это. Кто-то к нам идет, что ли? Так, кто-то нам идет, значит, надо приготовиться. 15 хп, кстати. Что он сказал? Фетиш? Во, извращенцы пришли, что-то про фетиш начали говорить. Спасибо. Не за что, красавец. Принесли аптеку, дураки. Аптечку не принесли. Принесли, мужики, принесли аптеку. Кстати, ребят, почему я постоянно хожу, и у меня постоянно висит жизнь на нитке? Кто-нибудь объяснит мне? Так, ну-ка. До свидания. Вот это да, вот это да. Чё я эти ящики не открываю, блин? Кстати говоря. Так, и так. Ну, собственно говоря, что? Надо туда выстрелить? Или давайте кинем гранату, проще будет. Давай. Начинается. Ничего себе тут лекарство. Дробовик. Лучшее лекарство от головной боли, дробовик. Так, ну шо? У меня все полно. Сохраняй. Так, а, ну все, пойдем, что это? Стопэ, стопэшечка, стопэшка. Теперь ты мой друг. Мужики, нать. Не стреляй в них, она сейчас их... Это, Алекс, ну... Эта штука их... Ну ладно, как хочешь. Музычка началась. Ай-яй! 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 Убили их от краба. Убили их от краба, замочили. Ай-яй-яй.
Музычка пошла. Гордон Фриман, сейчас вам всем покажет, суки. Кто-нибудь тут моется, Ваня? Никакого Ипполита тут нет? Ладно. Новый год прошел, и Ипполит ушел. До следующего Нового года. У-ху! Нормально. У-ху! Спасибо, дорогая, спасибо, красотка моя. Уай, там бежит этот мужик, который ему не терпится. Ну-ка. У меня тоже в этой ничего нет. Вау! Фейерверки, пацаны, бесплатные. До свидания. Новый год кончился, а фейерверки продолжаются. Что творится? Вау, горящий зомбяш! Он ко мне бежит. Сдохни. И ты тоже сдохни. Ты что, у меня гранату под ноги кинул, дурак, что ли? Ой. Что творится? О, тут много чё. Налутаю я и надаю сейчас всем по щам. Со мной моя секси-баба, которая тоже вам даст по щам. А старого хрыча нет. Он улетел в космос. В космос, блин. Ну, относительно, конечно, улетел. Не в космос совсем. Ну так. Скорее на тот свет. Здорово, чувак, ты не пройдешь. О! Сзади дебил, блин. Блин, только подразнил он мужика. Видите, ребят, мужика лучше не дразнить. А то он может добиться своей цели и дать вам по щам. Если вы будете... Знаете, это для тех женщин, которые не хотят отношений с мужчинами. Просто вот дразнит. Типа, я буду с тобой, а нет, не буду. И вот когда мужик разозлится, он может дать по щам. Серьезно. Может быть, не буквально, но в каком-нибудь переносном смысле может. Как... Ты чё, мужик? Лежит. Опа, это моё. Кто там стреляет? Опа-па-па. Как дела? Да вообще разносим. Алекс, нас... мы лучшая команда. Ой, это эти чуваки. Ой, это же это. Нина. Так, у меня уже мало патронов. Ой. Хоть краб! Ты что, блин? Друган Ламара, ты прекрати! Они того убили, что ли? Да. Слушайте, а может быть Ламар надо завести друга? Ей будет не так одиноко, она не будет сбегать. Ну, как вариант. Давайте еще заведем ей какого-нибудь другана. А почему нет? Будут вместе прыгать по лаборатории. Вполне себе нормально будет такой коллективчик из двух хэдкрабов. Можно даже этого ядовитого завести. Только вот яд у него как-нибудь вынуть и все. А чё? У Ламар будет напарник, ей будет не скучно. Витя, я обо всех думаю. Тихо, чё? Берегись! Нет! Меня тоже. Мне тоже не особо не... Ну, короче, не нравятся они мне. Вот это значит за лутом пришли, можно было не идти. Полный боезапас стрел. Ну, короче, можно было сюда вообще не идти. Они с вентиляции выпрыгнули. Как неприятно и неожиданно. Так, ну чё? Так мы же за медикаментами как бы шли, нет? Кто-то сейчас ко мне вырвется. Сейчас оттуда прилетят еще. Ой, ты что, столами бросаешься, дурак, что ли? Сейчас тебе вырвут. Да сдохни. Так, мужики, вы вырветесь сейчас или попозже? Мне кажется, они прямо сейчас вырвутся. Я вам открою. Зачем я это сделала? Зачем я это сделала? Ну все. Отойди. Что? Ну он нас достанет. О-а-а-а! Аграй пушка до него никак, да? О, фига себе, Алекс его убила. Смотрите, какой он страшный. Капец. Епа. Да.
Подожди, подожди. Нифига себе, Алекс метка, ребят. Ну вот это, ну девка-то тащит, ну она могёт. Офигеть. Закрыто. Так, а тут что? Тут, наверное, нам по сюжетке надо. Закрыто, так, я... Так, тут никто не свалится мне на голову. Лут. Хорошо. Так, Алекс, отойди, пожалуйста. Лут-то я люблю, лут-то я обожаю. Так, тут что есть? Мужик. У меня шарики-то побольше будут. У меня-то больше шарики, понимаешь ты или нет? С кем связался? С Гордоном Фрименом? Что вы тут делали? Два мужика в таком тесном пространстве, ребят. Что они тут могли делать, как вы думаете? Фу, два извращенца. Два поганых извращенца. Сейчас они такие оправдываются с того света. Мы в засаде просто сидели, ты не то подумала. Так, чё? Аккумулировать... Да ёб твою, блин! Я не то нажала! Я загружусь. Как я могла это нажать-то, блин? Все. Тихо. Где что внизу? После тебя. А! Ой. Ой. Ой, как. О, да! Ты цел? Да нормально, кого-то жрут там. Боже, зомби! Да не говори. Не говори. Короче, я как всегда в полную жопу попал. Ой, фу! Чё, пацаны, я переволновалась. Да мне надо уже валерьяну нафиг, понимаете? Капельницу с валерьянкой делать, понимаете? От такой жизни-то... Закрыто. Чё, плыть, пацаны, что ли? Я как бы не хочу, пацаны, плыть. Можно я выйду так? Ах, хер мне. Блин. Это от страха, пацаны. Ну, меня просто пугают эти, блин, эти крабы, которые ядовитые. Просто, пацаны, вот ужасно пугают. Не могу с собой ничего сделать, прям просто ору от них. Видите, вот, нечаянно использовала там, и тут тоже случайно. Вот, знаете, иногда судьба, вот, вот, как вот... Ну, вот, короче, бывает, что вот, судьбу не обмануть, все равно неправильно используешь эту фигню. Так-то что такое? Я не буду это убивать. Пока. Воу-в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 оу
Хорошо, спасибо. Хорошо, все заработало. Оу, вы чё? Вы чё, меня ждете, что ли? Обождете. Так, все хорошо. А что теперь делать? Я ж повдохну нахрен. Как, что делать-то? Что теперь делать, пацаны? Ой! Ну чуть-чуть. Надо было сразу притянуть ту бочку. Блин, почему я не догадалась? Иди ко мне, бочонок мой! Бочонок, иди сюда! Иди сюда. Давай быстрее, тяни. Дай ему бочку, сука! Дай бочку, бочку отдай, сука! Пацаны, он бочку украл! Это моя бочка, фу! Так, надо как-то ее под низ положить. Только как? Да. А, так я могла бы сюда, они бы могли меня вытащить. Ребят, опять с работы отвлекли, опять эти фигни висят. Но я не буду тратить теперь оружие нормально на них, я их так убью. Давай, убивайтесь. Блин, вот с работы отвлекают, потом теряется мысль, типа, что мы хотели делать-то, чё? Шо теперь-то, пацаны? Так. Может, вас тоже убить? Ну фиг его знает. Давайте вас тоже убью. Давайте всех убью. Так, все, всех убила. Зачем, только фиг его знает. Так, кого еще убить? Так, вы мертвы.
А что делать-то, собственно говоря? Вот там бочка. Вот, ну я могу ее притянуть к себе. О, там, смотрите, там еще что-то высунулось. Блин, а вот если вот я пробегусь, они меня, вот это меня шандарахнет, да? Допустим, не шандарахнуло. А бочка-то мне зачем? Допустим, я могу вот так сделать. Ой, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, опять вы вылезли. Подождите, а зачем мне эта бочка? Как тогда прыгать, если... Тогда я что-то не понимаю, как разрабы халфы предполагали, чтобы я прошла. А, может быть, надо было зацепиться и наверх, чтобы меня утащили? Ну, у-ху-ху! Поджарил яйца Гордон Фриман. Так, а вы все, да? Так, ну-ка. Как тут так получилось неаккуратно-то? Тихо. Выходи, Гордон. Так. Ну, можно так. Ну, можно так. А как вот мне бы на второй этаж надо было бы попасть? А, вот второй этаж. Ну, все логично, ребят. Точно можно было притянуться сюда и все, и пройти. Блин, а вот... Алекс там справляется. Какая красивая картина с цветами. Надо оторвать и Алекс подарить. Прости, что бросила тебя одного, Гордон. Ой, и ты уже тут, дорогая. Да ничего страшного. Я мужчина, я справлюсь. Это главное, что не ты туда упала. Ну, конечно, а чё я? Так, встанете, мужики. У тебя аппаратом-то придавило. Можешь позвонить кому-нибудь, нет? Ой, Алекс, мы сейчас тут с тобой встрянем. Так, опа, лут. Вижу лут. Бью, ящики. Так, ну чё, где, чё? Кто-нибудь выйдет, нет? О, это чёрт этот. Подождите, там есть мина это. Иди отсюда! У меня тебя в крови обнаружено, уви. Блин, мне бы мину... А где мина? А-а-а! Ладно. Хотела по красоте, придется по старинке. Уйди, фу! Блин, а можно было так минами красиво все решить? Уйди. Да ладно, боезапас исчерпан. Нифига себе. Так, а как мне до той коробки добраться? Конечно. Все элементарно и просто. Патроны. Ну ладно, я все равно туда собиралась. Так, ну-ка, где? Ну да, с гранатой. Опа-па. Иди сюда, блин, бегунок. Смотрите, еще Харю не отъел, поэтому он такой худенький. Ебать, опять мужики пришли, ебать. Больно мне, больно. Понимаю тебя, мужик, такую хрень на башке носить. Вполне себе больно. Ой. До свидания. Ой. Ненавижу этих черных, они такие до усрачки пугающие. Да хватит, мужик, уже орать. Сгори. Там еще тот, блин, с этими... Многочисленными хэдкрабами. Они идут. Согласна, что они идут. Мы сейчас к ним придем. О, мужики! О, граната у него. Хорошо, сейчас взорвутся. Угу. Нормально полетали, мужики. Ой! О, с гранатой несется! Дурак! Дурак! Дали дураку гранату! F6! Да, встань от нее! Граната. Это сейчас будет хорошо. Нормально. Пацаны, просто, знаете, затащили, как вот... Да, встань ты, хэдкраб, еще тебя тут не хватало. Кстати, у меня один патрон. Кто там сказал? Кто нам что-то сказал? Так, мужики, я беру свою оружейку. И, по-моему, тут остался один хэдкраб. И зачем мне вот эти светящиеся фигни, если я все вижу? Ну, ладно. Дареному коню в зубы не смотрят, поэтому нам тоже это надо, но мы это не возьмем. Вот так вот. Так, тут ничего нет в этом углу. Ни хрена нет. А почему? Могли бы что-то положить в этот уголок, чтобы я потом уволок. Так, тут что-то... Ага, аппараты, все то же самое. Так, а тут что? Опа.
А, это ты перезаряжаешься, Алекс. Что-то передернулось. Так, никто на меня не выскочит тут. Вау. Да что это за больница? Ну, как тебе сказать? Больница старого хрыча. Лечение по УМС, понимаешь? Алекс. Нормально. Такое, знаете, это такая шоковая терапия. Щекочет ему пузико, и он выздоравливает от всех болезней, короче, помогает. Серьезно. Так. Нормально. Отлично. Девка все за меня делает. Я могу вообще просто ходить, понимаете, с ломиком и размахивать в разные стороны, она все делает. Так, ой, турели! Так, а как мне... Мне же говорили про турели. Ёб твою. Пацаны, ну я тогда с турелями, извините, по старинке. Мы с турелями на ты, ой, на вы. Да блин, оставит меня! Я целилась в турели. Гранату. Да сколько тут чертей-то? А турель что, тут бесполезная, что ли? Я не понимаю. Красивый. Чумил, что ли? Ну ладно, хер с ним. А что, мимо-то, что ли, я получу? Я только зря патрон потратил, ладно. Ой, 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 не гранату! Да. А вы что, будете с каждой двери, что ли, выходить? Да хватит уже, сука вас... Отличный выстрел! Ой! Ой, о, о, о! Ай! Я просто не смогла бы сменить оружие. Быстрее, потому что у меня мышь тупо тупит. Я еще не купила себе, никак не могу. Угу. Нет, меня нет. Турель, фу. Так, тут ничего нет? Ничего нет. Так, все. Ну-ка, давайте. Так, мины теперь. По одной. Ну-ка, туда. И ты туда. Все, мы до чего-то дошли, до куда-то. Ну что, Алекс, это по твоей части, нет? Ты где? А, ты вообще туда ужила. Я думала, ты будешь с этой панелькой ковыряться. Ну ладно, не хочешь, как хочешь. Просто удивительно. Так, опять загрузка. Почему я постоянно с жопой ухожу в загрузку, ребят? Именно вот с жопой, понимаете? Постоянно я ухожу с жопой. Не передом, а с жопой. Как-то все через жопу у Гордона Фримена немножечко в этой жизни. Так, ладно, все, давайте загрузку прогружайте, пожалуйста, быстрее. Вокзал. Классно. Они пустились в погоню. Опять эта личина. Опять чемодан Джимена. Опа. Опа, чё я эти ящики-то не открывала? Просто в них ничего не было почти в основной части. Вот я не открывала, зря. Блин, надо по чемодан Джимена забрать. Так, ну-ка, подожди-ка. Следящее устройство за мной, иди-ка. Все, до свидания. Мужик, чё ты тут повис на ограде? Мне надо пройти. Еще на досках. О, техника. Классно. Классно. А что это за личина-то, кстати? Возьмем ли мы с собой багаж Джимена? У меня два вопроса. Так, ух ты, лут. Много лута не бывает. А, Миша! Миша, Миша! На! Миш, у тебя кровь. Это выходит группами по двое по трое. Как я уже говорил, если вы сможете обеспечить им безопасный путь к отступлению, у нас появится шанс достичь... Миша! Чё ты на Алекс смотришь? Смотри на меня. Поехали! Пацаны, почему он посмотрел на нее, а не на меня? Ну, Миша! Здравствуйте, док. Здравствуйте. А Миша, Миша! Миша! Миш куда-то в небо смотрит. Миш просто офигевает. Ладно, я пока тут все обыщу. Быстренько шифтану. Опа! Это неспроста, ребята. Это значит, что-то прилетит. Ух ты. Прикольная картина. Так, подожди, а что там было у Миши? Похоже, не кончится. Я тоже так думаю. Так, подожди, а что у Миши было в сарае? Я думала, по сюжетке надо, где Миша стоит, нет? Сейчас буду туда-сюда бегать между сараями и думать туда-сюда. А, у Миши ничего.
Миш, ну дорогой, ну... Выводи их! Я хочу с тобой побыть наедине. Выйдите нахрен отсюда. Мы тут с Мишей, короче, тут... Мы тут, короче, ну, в принципе, можно и стоя. Ладно, Миш. В следующий раз зайду. Все, короче, ладно. Пацаны, ну никто не дает мне вот с Мишей нормальные отношения сделать. Ну что, что за люди-то, не понимаю. Вот не могу, что ли, мне это вот... Ай, ладно. Никакой личной жизни, никакой личной жизни. Гордон, пусть бы там с Алексом, не знаю, пообнимались бы. А я хотел бы с Мишаней пообниматься и не только. Но нет, у нас тут целая толпа народу за мной идет. Так закрыто. Вокзал, ну знаете, такой себе вокзал, я бы билет на него не купил. Тут все как-то разфигачено. Еще там, кстати, есть ракеты. Значит, скорее всего, прилетит какая-нибудь фигня. Тут есть пулемет, значит, придет кто-нибудь. Какое-то тут массовое сражение будет, скорее всего. Что-то как-то не хочется. Смотрите, сколько аптечек. Скорее всего, сейчас что-то начнется. Что-то нехорошее начнется. Он сказал, выводить их, а куда я выведу? Я сама не знаю, куда мне вывести. Меня бы кто вывел за ручку. Отлично. О, револьвер дали. Куда вы, Фримен? Делайте свое дело. В смысле? А мне-то что делать? Подождите. А, ну надо вернуться, наверное, да? Куда вы, Фримен? Делайте свое дело, блин. Я, может быть, хочу домой уже. Может, набор... Возвращайся и приведи новую группу. Да я поняла. Пожалуйста. Я слышу, что-то летит. Что-то за мной летит. Достали, блин. Ну все, пацаны, сейчас начнется. Потом прилетит вот этот вот непонятный муравей-стрекоза. Вот лучше бы... Патроны бы на это, конечно, не тратить. Может быть, дробовик лучше возьмем. Поближе! Вау-вау-вау-вау-вау-вау! Там что-то летит! Мины! Пип-пип! Пип-пип, блин, и пип-пип! Где еще мина? Так, где тут еще мины? Тут накидали их. Так, я буду людей выводить. Ой, зря. Пип-пип. Ладно, будешь на моей стороне, стой тут. Так, кто еще? Никого нет? Ребят, походу несколько заходов придется все это делать. Окей, отведи этих людей к поезду. Без проблем. Начинается. Может быть, пофигу, не? Может, пофигу, не? Отходи, отходим! Как им команду давать? Давайте, давайте, давайте! Пойдемте, 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 не отвлекайтесь на них. Придут сами, если что, дадим им люлей. Ой, блин, ничего не видно! Сейчас их убьют. Я защищаю вас, Фримен защищает. Я защищаю вас как могу. Не бегите вперед меня, блин. Я не могу тоже подставляться постоянно под огонь, дураки. Я же не могу под огонь подставляться постоянно, блин. Вы хоть, блин, спрячьтесь где-нибудь, пока я разберусь. А то, блин, я бы с тех бы спокойненько сняла с арбалета, блин. Ну вы-то, блин, мне мешаете. Блин, два чувака. Надо было всех, короче, это. Привести сразу же, было бы легко. Фримен, слезайте и помогите остальным. Да чё ты всем мной командуете-то, я не понимаю. Чё все мной командуют, я не понимаю. Фримен, помогите. Фримен, как будто безотказная помощь во всем. Типа, Фримен... Давай следующую группу. Ой, блин. Мужики, я вас узнала по пяткам. Да не говори, блин. И каждый раз будет, наверное, каждый раз их больше и больше, больше и больше, больше и больше, больше и больше и больше. Дайте мне эти баночки, пожалуйста. Я вылечусь. Что происходит тут? Опять я мины несу, да? Так, там снайпер, пацаны, сидит.
Это значит... Лах. О! Подожди, у меня есть мужик. Лови подарок. Ха-ха-ха! Лошара! Нравится? Ой, мне прямо мина прям под жопой тут стоит. Ну-ка, подожди-ка. Ты будешь моей. Стой со мной. Мало ли кто придет. Охраняй меня. Так, хорошо. Дробовик, может, возьму? Не, нахрен этот дробовик. Давай-ка автомат. Так, пацаны, вы не за меня, да? Ну-ка. За меня теперь. Теперь вы за меня. Ну, снайперу, конечно, мы классно прописали, ребят. Вот у него там только ножки торчат вверху. Так, Миш, здорово. Ты просто чума, док. Спасибо, милый. Наконец-то ты мне сделал хоть что-то приятное. Я не понимаю, ребят. Цветы мне не дарит. Да ладно насрать на эти цветы. Хотя бы просто бы обнял. В жопу эти цветы вообще. Беги-беги. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо, подожди. Подождите, пацаны. Так, тихо-тихо-тихо. Хорошо. Так, кто тут еще? С теми даже не сражаемся, они потом... Смысла в этом нет. Они за нами не идут. Вы что, поезд сломали, суки? Ладно. А что с теми сражаться, ребята? Они потом исчезнут. Ну а чё, Гордон Фриман всегда вовремя. Пойдемте поверху тогда, чё, если вы такие дураки, не можете сами пройти. Мне кажется, тут будет не один, скорее всего, кто-то сейчас еще вылезет. Ну вот. Да, я же сказала, вылезут. Чё, патронов мало. Так, вы прыгните, нет? Да, прыгают, смотрите, пацаны, молодцы. Так, Алекс тут за пулеметом, молодец. Так, давайте-ка возьмем вот этот вот. Да, я бегу, бегу. Мы уже не надеялись. Вот, бегите, бегите. Все, все хорошо. Да? Спасибо. Все, 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 привела группу. Ну вот видите, ребят, можно все меня отстреливаться спокойно, просто сразу бежать, чтобы они за тобой, и все. Да, чуть здоровья. Спасибо. Сейчас еще кто-нибудь вылезет. Так. Вопа! Прилетел, блин, спецназовец хренов. До свидания. Ай, ты что в меня стреляешь? Ты что, мне ж больно. Так, ну-ка. А боезапас, кстати, исчерпан. Они с дробовиками, что ли, все ходят? Дайте нормального оружия. О, все, дали, спасибо. Спасибо, мужики. Очень рада. Так, кого-то она завалила. Блин, а теперь мне прыгать надо по этому поезду, блин. Ну ладно, ничего, тут, в принципе, есть путь, поэтому не буду ныть. В принципе, все хорошо и логично. Дорожка, главное, тут есть. Я думала, они, кстати, не спрыгнут, надо будет какую-нибудь лестницу искать. Но нет, они прыгают нормально так. Так, стрелы взяли, хорошо. Ой! Ага, все-таки они... Опа, взорвался. А, дурак. Лошара! Вы как пришли-то за... Вы как сзади-то пришли? Вы чё? Вы чё, долбанутые, что ли? Да... Вы как так пришли сзади? Нехрен! Уничтожь броневики! Я сейчас, мужик! Мой любимый! Да. Я быстренько! Да, критические дни начались у Гордона Фримана, согласна. Ни хрена себе, пацаны, вот это вот меня застали врасплох, сзади подошли. Дорогой любимый. А все, никого нет, да, не надо никого выводить больше, да? Че, любимый, остались ты, да я. Да, и пустой, и пустая оружейка. У-у-у! Это кто? А как уничтожать броневик, я че? Он охеренел, я поняла. Больно? В сраку прилетело, больно. Я побежала. Ну так-то лучше, да? Пацаны, а как уничтожить броневик?
Он же броневик. Он же броневик. Пацаны, как уничтожать броневик? Я не понимаю, как уничтожить броневик, ребят. Если он броневик, значит он из брони, да? Ну и как я его уничтожу? Если он броневик, и он из брони. Я хз. Ну, просто, ребят, я не знаю, можешь же его ракетами, да? Больно сейчас будет. Как там его в башню надо забивать или что? Он же броневик, он же бронированный. Я просто не понимаю. Просто в него стрелять или что? Что-то уда получается, что ли? Ой, сохрани. Ребят, ну он же бронированный. Это, наверное, его РПГ не берет, да? Берет, оказывается. Кто еще? Оказывается, так можно уничтожить. Миш, я в шоке. Прямо как в старые добрые времена. Еще что ли людей надо выводить? Капец, вас много. Сейчас высадят какой-нибудь спецназ. Бежите за мной быстрее. Бежите, бегите, блин. Вы бежите за мной. Два человека всего. Так, мужики, сейчас что-то нехорошее начнется. Я чую что-то нехорошее. Ну да, да. Ну да, да. Гранаты прям две долбанули. Так, переигрываем. Все-таки не могут убить мой отряд. Смотрите. Ты что орешь? Дурак, что ли, все прошло? Все кончилось как бы. Что ты орешь-то? Вот паникер сраный. Знаешь, паникеров тоже убивали. Вот реально паникер, блин, заорал на помощь. Хыдыщ, минус ноги. А где там твой друган второй? Дежавю. Так, ну все, я еще привела. На вот, подключись. Спасибо. Все, двоих привела. Ребят, так это долго получается. Сколько еще этих волн нам надо пережить? Нет, я, конечно, ничего, я не против. Все, сейчас опять залезут ко мне. Спасибо, Алекс. Спасибо, родная. Угу. Да ладно, дробовик остался. Остался всего лишь дробовик. Охрененно, ничего не осталось, блин. Охрененно просто. Ребят, скоро у меня вообще аптечек не останется, если что. Где-то аптечка была. И зато я не в безопасности, у меня жизнь висит на нитке, понимаешь, Алекс? Еще она говорит следующую группу. Это, походу, бесконечное, блин, вождение. Сколько их еще этих групп-то? Я думала, Мишаня мне последних даст! Вы что тут респаун делаете, суки? Реально взяли, отреспаунились какого-то фига. Хорошо, хоть тут аптечки опять появились. Но это плохо, у меня... Это мало. Это мало, блин. Сейчас он тут вылезет. Все плохо. Мужики, все плохо. Главное, чтобы сзади никто не пришел. Тихо! Опа. Повезло. Ладно, сохраняемся и убиваем. Надо уже аккуратно действовать, ребят, что делать. Ой! А где Миша? А где Миша? А где Миша? Подозреваемый опознан.
А где Миша? К поездам! Не бойтесь! С доктором Фрименом вам ничего не грозит! Ну, я бы так была не уверена. Все, Миша побежал тоже! Не отвлекайся, Миш! Бежим, бежим, бежим! Бежим, бежим, бежим! Мне... Где Миша? Миша-то где? Вот Миша! Насрать до всех остальных! Миша, главное! Ладно, не насрать! Просто я люблю Мишу! Миша для меня самый важный! Бежим, бежим! Ой, ёптвы! Так, ну-ка, сохранюсь-ка на отдельный слот. Так, у меня было два человека, да? Или было больше? Ну, фиг знает. Миша, 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 побежали, дорогой. Блин, не беги вперед меня, давай я вперед, блин, вдруг тебя убьют, дорогой. Да, чё я встала-то как... Обнаружена кровопотеря. Ну ладно. Так, два чувака со мной бегут. Алекс, все, пошли. Пошли. Да иду, иду. Все? Так, хорошо, Миш, Миш. Все, все, бегут, бегут. Фу. Защити людей. Отведи их к поезду. А ты? А ты, Миш? А ты, Миша? Или он просто так сказал, типа, отведи людей к поезду и все. А то что-то переживать начала, ребят, что Миша со мной не пойдет. Вы едете? Езжайте, барни, погони не будет. Мы с Гордоном отвлечем их внимание, чтобы вы смогли... Да-да-да-да! И сядем на следующий поезд. Ну ладно, но поторопитесь. Пускаем следующий. Пока, Миш. Пока, родной. Эх. Возьми аптечку. Спасибо. Пока, Миш. Пока, любовь моя. Я надеюсь, все будет у тебя хорошо, все. Пока. До встречи. Увидимся на той стороне. Пока, дорогой. Побрейся в следующий раз и надень черную рубашку, серьезно. Больше понравишься. Все. Ой, пацаны. Парни, в общем, меня отвлекли с работы, и я загрузила с этого сохранения, вот, потому что... Блин, там начался какой-то диалог, а у меня телефон названивает, блин. Чё? Пока, парни. Удачи. Удачи тебе, да. Пока, любимый. Муа! Мы с тобой встретимся обязательно. Удачи тебе, всего хорошего. Дорогой. Как же я рада, что мужчина моей мечты уезжает. Ох. И оставляет меня одну. Грустно. Ну, мне и компания, Гордон и Алекс. Ладно, приятно, в принципе, компания. Пойдемте. Вы-то хотя бы не соситесь при мне, а то я одинокая. Мне будет обидно, если вы начнете сосаться тут с Гордоном. Эх, пацаны. Я даже не обнялась с ним на прощание, потому что он такой неприступный, но мне это нравится. Я подгоню поезд. Терпеть не могу, знаете, ребят, навязчивых парней. Вот терпеть не могу, вот которые там ми-ми-ми, утю-тю. Не, мне нравится неприступный, как Михаил. Михаил просто вот молодец. Сейчас, подожди, дорогая, я до конца докручу. О-о-о-о! Блин! А как мне дальше-то? А что делать-то? Оно сломало вентиль. Оно все сломало. Все, все плохо. А что мне делать? Да. Ой! Что-то страшное творится. Ой, пацаны. Походу, это сюжет был. Ой! Бочка! Это, походу, бочка. Это, походу, сюжет. Вот тебе бочка, вот тебе сюжет. Музычка. Какая тут классная музычка. Что такое? Так, о, ХП. Да ёб твою, ненавижу эту фигню. Уйди, блин! Открой дверцу! Так, тут должен быть тогда ящик, чтобы убить эту фигню. Где-то должен быть ящик, чтобы застрелить эту фигню. Ну где? Потому что три патрона мне не хватит, я знаю. Знаю, что скоро сейчас Гордон жизнь потеряет. И все начнется опять. Но сердце не хочет этого принять. А! Ха-ха-ха, да не надо. Я лутаю.
О-о-о, мужики! Мужики и крабы! Имейте совесть! Без вас тут тяжко. Центр, позиция. Знаете, ребят, я вообще в играх ненавижу револьвер, потому что мне как-то не очень нравится. Но вот, знаете, в Халфе вот он просто имба, он тащит. Вот я вот люблю это оружие в Халфе. Опа, я могу и так. Куда идти теперь? У-у-у! Как, что мне делать с ним? О, нет, 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 нет. Давай иди сюда. Козел. Смотрите, он меня ужалил, но я выжила. И убила его. Вот так вот. Так, мне куда-то дальше. Хорошо, что он введен. Блин, этот страйдер, я его боюсь. Но мне 3 заряда не хватит на него, ребят. Хотя у меня тут. Тут 0. Не получится. Ладно, побежали. У-у-у, блин. Побежали, да? Нормально. Это как бы мы обратно вернулись. Типа обратно нельзя вернуться. Понятно? Прочесать местность. Я не туда пришла. Я поняла. Прочешите за меня местность, пожалуйста. Помогите. Помогите, все плохо, пацаны. Я не знаю, куда мне идти. Мужики, выйдите ко мне, пожалуйста. Мне одиноко. Мне страшно. Мужики, убейте страйдера. Мужики, сделайте что-нибудь, мужики. Мужики, блин! Мужики, ну пожалуйста! Они его не убьют, да? Мне страшно, там страйдер ходит. На меня это страх наводит. Ну, понятное дело, куда-то сюда. А дальше-то куда? Может, грейпушку что-то притянуть надо было? Как-то вот так пройти, может быть, нет? Так, давайте F6 на всякий случай. Так, сюда я точно не запрыгну. Нет! Ладно, начнем бой. Хватит его избегать! На тебе по щам! Ой, блин! Ай! Хорошо! Хорошо. Хорошо. Но больше у нас ничего нет. Пацаны, у нас больше ничего нет. Я не знаю, что делать. Ребят, опять отвлеклись с работы. Я, блин, ну не знаю. Тут страйдер меня ловит. Сейчас работа отвлекает. Ну что такое? Прям день не задался называется. Блин, день просто не задался. Так, все пауки замочены. Куда мне идти-то? А, вот куда. Блин, ребят, ну вообще, я не знаю. Вот сейчас бы вот... А, ну не надо. Сейчас бы никто бы не звонил. Было бы идеально. Не надо мне звонить. У меня тут со страйдером проблемы. О, пацаны. О, я жду конца. Нет! Сука, страйдер! Бочку мне говна подсыпал, называется. Так, ну-ка. Ой, я не знаю, что я хочу. Наверное, сохраниться на отдельный слот. Я хочу! Ребят, вы не поверите. Еще с работы сейчас только что позвонили, блин. Серия будет опять из кусков. А если она будет из кусков, значит, ее будет сложно рендерить, ребята. Вот, долго будет рендериться из этого. Да... Что творится, сука? Да хватит! Уйди от меня, страйдер вонючий! Тебе и так прилетело много! Почему ты в меня постоянно стреляешь? Надоел уже, блин! Ну, серьезно, как с ним бороться, ребят? Я уже устал от него, ну серьезно, блин! Только мозги выносит! Я и так 3 раза в него попала! Кат вонючий! Ну опять до куда добежала? Ну давайте еще, блин, мне! Ракетами меня убивайте! Давайте! Давайте, это ж так весело убивать Гордона Фримена. Я не знаю, куда я вылетела и куда я залетела, но, наверное, правильно. Вау! Все. О, ёпта, опять страйдер этот чертов. Так что? Кто это меня сапнул? Эмина, что ли? Да, Эмина меня сапнула. Это... Я бы в страйдера ее пульнуть. Нет!
куда мне идти-то? Пацаны, я боюсь, блин! Куда мне идти-то? Ладно, сюда, допустим. Да хватит мне стрелять! О, сейчас меня убьет. Сейчас чуть-чуть он меня убьет, блин! Вот я нашла ящик. Не прошло и года, я вижу, что там ящик. Да нет, блин, ну как это возможно? Как эта сраная бочка ко мне прилетела-то? Заколебала эта фигня, серьезно. Ну-ка, иди сюда. Во, получила по башке, да? Тихо. Тихо. Давай еще. Сдохни. Хорошо. Хорошо. Но это не сложно, ребят, было. Самое сложное было просто с ХП все себе накрафтить по-нормальному. А так все это фигня, ребят. Это просто фигня. Ну, если бы с работы не отвлекали, было бы все намного быстрее. А то, понимаете... О. Да, конечно, и он еще с лестницы начал. Ты мой герой. Я рад. Просто не верится. Мне тоже. Хорошо, сейчас отправим поезд. Ребят, так что тут ничего сложного. Просто попадайте в страйдера, и все вам будет. Все получится. Че, все? Куда теперь? Че делаем-то? Отправляем поезд. И что? Поехали. А, все что ли? Мы так просто? Я рад. Как я рад, как я рад, и страйдера нет. Так это... Поехали. Мы сумели, Гордон. Так мы едем. Так мы едем. Мы едем, едем, Алекс, с тобой. Алекс, наверное, не верит. И второй раз уже мне это говорит. Поехали, Гордон, поехали. О-о-о! За нами кто-то хотел залезть. Но не залез. Вот так вот, пацаны. Хотел залезть, но не влез. Не влез. Улетаем с этого проклятого города. Точнее, не улетаем, уезжаем. И что? И что значит? Мы не успеем уехать, да? Это типа затравка на второй эпизод? Это сейчас конец первого, да? Алекс, чё? А... Ну, вроде как мы торопимся, нет? О, что творится? О, что делается? Что в мире-то сейчас будет, Алекс? Алекс, ой, что как, что делать-то будем? О, какие-то капсулы тоже улетели. Они тоже, наверное, от города убегают. Зачем я фонарик включил? Ой, сейчас мы облучимся. Что с нашими репродуктивными функциями будет, а, после такого? Алекс, как думаешь? О, ой. Это дед с того света вернулся, что ли? Дед, это ты? Джимен? Дед, Джимен, вы кто? Конец второго... первого эпизода. Ну что, пацаны, затравочка, конечно же, на второй эпизод. Но вы меня предупредили, что третьего эпизода еще не существует. И неизвестно, когда он выйдет и выйдет ли вообще. Но ничего страшного, поиграем во второй, а третий будем ждать, как все. Если он когда-нибудь выйдет. Не знаю, ребят, очень долго он не выходит, может быть... Есть ли надежда, что он когда-нибудь выйдет? Ну, забрасывать, конечно, проекты так некрасиво. Одно дело, ребят, когда у вас, знаете, какие-то жизненные трудности, проблемы, нет денег, допустим, я не знаю, или вы в поисках вдохновения, ну, блин, столько времени быть в поисках вдохновения, я не знаю. Ладно, не будем осуждать разработчика, может быть, реально он думает, как лучше сделать, поэтому не выпускает. Я не знаю, пацаны, почему. Я не разработчик, я не в курсе, просто я говорю, какие могут быть варианты. Вот, никого не осуждаю, просто как-то так. Но лучше, конечно, всегда доделать проекты до конца. Думать и доделать, чтобы фанаты не обижались. Это как, знаете, это как начал снимать прохождение, лучше проходить его до конца. Одно дело, когда нет каких-то возможностей, а другое, когда вот лень, допустим. Все, ребята, эпизод первый пройден, я вас поздравляю, было интересно, было классно, он был более... много экшена напихано было. Просто, знаете, меня заставили все-таки использовать грави-пушку на предметах этих, когда не было оружия. Это тоже было классно, это было неожиданно, но мне очень понравилось. Ребят, ну что, первый эпизод мы с вами прошли, второй эпизод не заставит себя долго ждать. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем хорошего настроения и хорошего дня. Всем пока, ребят.